Можжевельник – уникальное растение из семейства кипарисовых. Он привлекает внимание не только внешним видом, но и полезными целебными свойствами. Можжевельник отлично подходит для сада, создавая в нем ощущение свежести хвойного леса и чистого воздуха. Воздух чист не только от впечатления его дивного запаха. Известно, что растение очищает воздух, выделяя летучие вещества фитонциды. Фитонциды являются ионизаторами воздуха и обладают антисептическими свойствами. Разнообразие его вида дает возможность подобрать именно то растение, которое отлично подойдет для вашего сада. Внешний можжевельник может напоминать маленькую пушистую елочку или лохматый кустик. В зависимости от вида встречаются можжевельники, похожие на кипарис, с чешуйчатыми хвоинками, или есть виды с прямыми иголочками, которые можно принять за елку. Его высаживают около дорожек и клумб, формируют кустарники и деревья. Даже создают живые изгороди, чтобы определиться с выбором сорта растения. Нужно знать, как растение будет выглядеть во взрослом состоянии. Можжевельник хорошо переносит стрижки и уживается со многими растениями. А запах хвойного в саду подарит несравненный эффект ароматерапии.